зажженных. Испокон веков в разных народах сжигается в конце зимы, и мы видим, что на Масленицу у нас сжигали разные чучела. И мы знаем теперь, откуда эта традиция идет. Потому что в Рама Виджалесову всегда, когда день, когда Рама победил Равану, сжигается чучело Раваны, символизирующее все наши грехи, все наши ошибки в прошлом. Поэтому давайте представим, что весь тот негатив, все то, что мы накопили в себе вот за этот год, который прошел, с прошлого Раманава, все те грехи, которые, все те ошибки, которые мы насовершали, вот пусть они сейчас, мы представим, как они горят вместе с этим демоном. Вот этот колоритный усатый мужчина, который на нас смотрит, под густых бровей. И сейчас, да, если у кого-то есть какие-то записки, на которых мы можем написать то, от чего мы хотим избавиться, пожалуйста, пройдите. Ставьте в ящик, ставьте ему в руки. Пусть оно сгорит и никогда не вернется. Лук надо, чтобы встретить. Арибу! Jai Sita Ram, Jai Sita Ram, Jai Sita Ram, Jai Sita Ram.